Итак, приветствую на моем канале. Сегодня мы посмотрим сборочку компьютера на процессоре Intel Core i3-10100. Это процессор уже, как известно, 10-го поколения под новый сокет LGA1200. И, в общем-то, чем этот процессор интересен? Он имеет 4 ядра и 8 потоков, что делает его, скажем, очень похожим на Core i7-6-7 поколения. В общем-то, это неплохой уровень, учитывая, что эти процессоры были всего лишь несколько лет назад и стоили приличных денег. Тут за 10 тысяч мы берем 10-е поколение, 10-100, который, в общем-то, 8-поточный. Учитывая хорошую оптимизацию под интеловские процессоры в играх и приложениях, это такой добротный вариант. Цена не очень низкая, скажем честно, но его хватит на несколько лет. Добавляем его в корзиночку, идем дальше. Материнская плата ASRock H410M. H-чипсет или H-чипсет, они более дешевые, вот такой вот вариант. Но за счет того, что очень новый сокет, плюс вот эти всякие коронакризисы, цена, ну, не маленькая, скажем так. Это практически 5000, но деваться некуда, приходится брать. Итак, по оперативной памяти у нас GoodRAM память. Мы берем две планочки, суммарно это будет 16 гигабайт. Память я вот рекомендую лучше брать сразу, брать одинаково производителя, одинаковых таймингов, одинаковой частоты, чтобы не было никаких конфликтов. Вы сразу, материнка на два слота памяти, вы сразу ставите и, в общем-то, пользуетесь на протяжении всего жизненного цикла компьютера. Потому что брать что-то, докупать, какие-то 4P2, это нет. Потому что, ну, минимум 16 гигабайт. SSD диск 1700 рублей. Это 120 гигабайт SSD VD Green. Почему именно он? Потому что для системы нам хватит 120 гигабайт. А вот для каких-то очень сложных, тяжелых каких-то игр по 100 гигабайт, соответственно, они сюда не станут. И нету смысла переплачивать за какой-то там условный 240, который не даст, скажем, больше одной-двух игр все равно туда загрузить. Вот такой для хранилища файлов будет 1 терабайт, жесткий диск VW7200, абсолютная классика. Корпус это Deepcool Smarter. Почему именно он? Потому что он достаточно качественно сделан, он такой увесистый, там толстый металл, пластиковые части с металлом все хорошо подогнано, там заклепки он сделал солидно, если вы будете перевозить такой большой плотной сумки, скажем, хотя бы вот вибрации, у него не будет каких-то, ну, такой серьезных, скажем, изменений в его геометрии, в общем-то, там будет все держаться, он не рассыпется. Потому что дешевые корпусы, они очень сильно прогибаются, и просто эта пластиковая морда может просто отвалиться. Этот корпус стоит буквально рублей на 500 дороже, чем самый дешман, но он сделанный на голову выше. По блоку питания, скажем, это у нас Zalman Wattbit 500W. Он стал достаточно популярным, как раз вот в этом магазине, где мы сейчас находимся, это DNS. Как-то раньше их было вроде в меньшем количестве магазинов, сейчас и отзывы появились. Ну, скажем так, по вот большое количество отзывов, скажем, по 2020 году, как видим, тут... Я все показываю, это же не с потолка придумано. Как видим, вот, конкретно по 2020 году очень много именно вот, ну, начались поставки, наверное, более крупные, соответственно, про него все узнали, он достаточно популярный. Если магазин его возит, значит, в принципе, с ним каких-то проблем нет, значит, статистика сервисного центра подтверждает, что его можно брать. Ну и вот самое интересное напоследок, это у нас видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS CV1. Нам из этого самое главное, чтобы это был GTX 1660 Super. Почему Super? Потому что Super быстрее. Есть еще TI, ну Super, вот как раз она сейчас в цене нормальная, менее, как правило, менее 20 тысяч рублей. Есть обычная 1660, но она как-то была 16-17, а сейчас они тоже там около 18, потому нету смысла экономить каких-то там копейки, лучше взять вот этот GTX 1660 Super, его хватит реально на несколько лет. Да, сборка получилась не дешевая, я говорю сразу, потому что мы использовали комплектующие, скажем, классом повыше, поинтереснее, они более новые.
Соответственно, память брали не 8, а брали 16. Есть SSD-шник, есть корпус. Ну, вот самое, что в этой сборке самое дорогое. Это процессор, все-таки 10 тысяч. И это все-таки приличный процессор. И вот это вот GTX 1660. Я говорю, нету смысла покупать. Вот вы хотите компьютер вот такой солидный игровой. Нету смысла тратить 35-40 тысяч, вы недополучите. Вы где-то сэкономите на видеокарте, где-то сэкономите на материнке процессоре, вы возьмете заведомо старую платформу, которая будет сложнее проапгрейдить. И с видеокарты вы сэкономите в этом 3-4 тысячи рублей, потом вы ее будете за бесценок где-то сливать, чтобы опять же пытаться взять что-то как минимум такого плана. По 1660, как видим, нормальные отзывы. И что-то интересно по характеристикам. То, что она подключается одним 8-пиновым, это понятно, в отличие от RX 580. То, что тут большая пропускная способность и 192 бита, и это новая линейка, это конец 2019 года. Учитывая, что так называемый этот кризис, то ихняя поставка фактически, она как раз только и началась где-то году вот там в 20-м, вот буквально, ну вот мы листаем, даже самые вот там. Как видим, у них вот все, что мы здесь находим, много, большое количество отзывов. Как видим, все это идет 20-м, вот все это 20-й год, я продену 19-й, буквально так там в первых числах. Да, вот ее фактические поставки, они начались только вот январь-февраль, потом кризис, и где-то вот, ну, я то, что смотрел по магазинам, то, что построил по фактическому наличию, где-то вот так массово они начали только где-то в мае появляться. Вот как раз, в общем-то, и отзывы тогда пошли. Вот июнь, да, то же самое. Вот июнь, май, это, говорю, это 100%. И на этот период времени это самая оптимальная видеокарта. И, в общем-то, сборка 50 тысяч. Это не дешево, это $800. Но это сборка, которая может составить какую-то конкуренцию хотя бы тем консолям, которые будут. Ну и это поколение можно уже спокойно пересидеть, не переживать, что у вас что-то пойдет, не пойдет. Вот эта сборка, она дает действительно какое-то преимущество перед консолями хотя бы текущего поколения. Ну и, соответственно, какой-то минимальный задел на будущее у нее есть. Всем спасибо, всем пока, подписываемся на канал.